1,5 миллиона рублей, чтобы сделать свой двор краше. Рекордное число заявок – 126 – подали территориальные общественные самоуправления и инициативные группы граждан Владивостока на конкурс грантов в этом году. После завершения приема заявок конкурсная комиссия приступила к отбору победителей. В лице ТОСов они получат деньги на реализацию своих проектов по благоустройству территории в размере 1,5 миллиона рублей. Напомним, в 2022 году при поддержке правительства края во Владивостоке ТОСами выполнены на 34 проекта. В 2023 году таких проектов было уже 65. Как и раньше, проекты должны быть направлены на решение вопросов местного значения. Например, на благоустройство придомовой территории, установку площадок для выгула собак, детских и спортивных площадок, уличных тренажеров, хоккейных и спортивных коробок, горок, фонарей для освещения улиц, обустройство автомобильных парковок. Утвержденный список лучших проектов, получивших гранты, разместят на сайте правительства Приморского края.